Ну вот еще раз всем напоминаю, что сегодня я со своими московскими друзьями совершала поездку из Клина в Дмитровский район. Мы завершаем свою поездку. Смотрите, какие двери. Вот таким замечательным монастырем. Ой, какие же двери. Мужским монастырем. Так что приезжайте все к нам в Подмосковье. Будьте все здоровы, счастливы. Больше вам, как говорится, позитива. Вот таких волшебных солнечных дней, как этот сентябрьский день. И обязательно посещайте не только Москву, но и Подмосковье. Я вас всех люблю и целую. Увидимся в Подмосковье.